Большое мероприятие собрало в одном зале руководителей ведущих предприятий района, сотрудников Ленинской администрации, областного и городского исполнительных комитетов. В торжественной обстановке губернатор региона Юрий Шулейко представил собравшимся их нового руководителя Александра Власовца. Власовец Александр Андреевич, я думаю, что человек не новый у нас в области, в городе, потому что человек практически здесь учился, здесь он состоялся как руководитель, как специалист, имеет действительно определенный уже опыт работы в администрировании, будучи одной из таких важных этапов жизни, это заместитель главы администрации Московского района на протяжении большого времени. Конечно, это первый заместитель комитета по труду и социальной защите. Это, опять-таки, полное владение многими вопросами, которые связаны с жизнедеятельностью наших горожан. Отличное профессиональное качество нового руководителя администрации отметил и мэр города Александр Рогачук. В этой ситуации огромное спасибо, Юрий Викторович, что вы поддержали все принципы кадровой работы в отношении Ленинского района. Спасибо, Александр Александрович, вам за работу и дай Бог, как говорится, наше дальнейшее взаимодействие. Спасибо. Вам, Александр Андреевич, по согласованию с губернатором я вручаю копию контракта на 2 года и желаю вам продолжить вот эти традиции кадров Ленинского района, которые реально двигались дальше и, судя по всему, у вас все получится. Особое внимание руководители области и города уделили Валентину Милашевскому, который на протяжении нескольких лет руководил Ленинским районом. За это время было достигнуто достаточно большое количество результатов, которые являются подтверждением сплоченности команды ленинцев и их желания двигаться вперед. А потому перед новым руководителем сегодня стоит ряд принципиальных задач, главное среди которых не сбавлять заданный ранее темп, активно развивать промышленно-экономический сектор, а еще особое внимание уделять людям и их проблемам. Сама структура администрации на это нацелена и готова к тому, что у человека появились проблемы, да, появилось какое-то желание, нужно получать образование, нужно где-то какие-то определенные социальные преференции. Да. Все идут в администрацию. Администрация – это действительно решение вот этих всех вопросов. Конечно, немаловажное благоустройство. Все мы хотим видеть, как город красив, благоустроен, но это все кроется за этим кропотливая работа всех служб, которые на территории района. Новому руководителю Александру Власовцу 45 лет. Он уроженец Брестского района. С 2003 года работает в органах государственного управления. В ближайшие дни Александр Власовец приступит к своим непосредственным обязанностям.